Солнышко, привет. Здравствуй, солнышко. Как же ты вымахала, а? Да. Надо же. Я у вас, по-моему, месяца два не был. Вот как ты выросла. Тебе уже 5 лет. 5. О, дедуля, я тебя давно уже хотел спросить. 2 года. Дедуля, а вот это вот, как вот это вот, я родилась? Ты мне только вот это фуфло про аиста не гони. Давай, подумай своей на букву Г. Если ты аиста отменяешь, я даже не знаю, придется сказать правду. Тебя на Новый год нам Дед Мороз под елку положил. Интересненько. Значит, Новый год у нас в январе. Я родилась в июле. Это что, я вас полгода под елкой провалялась? Вы что, так на Новый год напились, что полгода под елку заглянуть не могли? Вот ребенок валяется, голодный, холодный. Вот семья алкашей досталась. Что ты пристала ко мне? Пристала. Тебя мама родила, отстань. Все. Вот так вот прям ни с того, ни с сего. Села под елку и родила. Что ни с того, ни с сего? Из того, из сего. Ну, хорошо, хорошо. Ты понимаешь, у мамы в животике жила. Вот все, что я могу сказать. А как я там поселилась? Тебя туда папа прописал. Воспитательница мне тоже говорит: деточка, тебя в капусте нашли. Пришлось ей рассказывать про секс и все такое. О! И что же воспитательница сказала? Она в обморок упала. Нет, в обморок упал папа. А воспитательница все в блокнот записывала. Наконец-то в 55 лет узнала, откуда дети берутся. Внученька, доченька, откуда ты это все знаешь? Дедуля, нам же по телевизору такие детские передачки показывают. Вы-то ночью спите, а мы пультик возьмем, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Нам интересненько. Я отказываюсь это комментировать. Это давайте уже без меня. Я даже не знаю, как это назвать. Это какой-то ёперный театр.